Рост 177 сантиметров, вес 76 килограммов. Это профессиональный дебют бойца по смешанным единоборствам, но он является мастером спорта по боксу. Призер первенства Санкт-Петербурга по боевому самбо. Дамы и господа, представляющий клуб «Спарта», череповец Виталий Мишиков. И его соперник в красном углу ринга. Ему 21 год, рост 178 сантиметров, вес 76,1 килограмма. Его профессиональный рекорд — 3 боя, 2 победы, 1 поражение. Призер евроазиатских игр по самбо, мастер спорта по самбо, мастер спорта по дзюдо, мастер спорта по рукопашному бою, неоднократный чемпион внутренних войск Республики Беларусь по рукопашному бою, представляющий клуб «Аллигатор» Санкт-Петербург. Встречайте, Эдуард Муравицкий! И инструктаж от рефери Виктора Корнеева. Первый раунд. Вот так, на 4 движения. Для награждения я приглашаю заместителя директора компании «Квартал 17А» Петра Николаевича Михельсона. Итак, дамы и господа, время остановки боя — минуты 36 секунд. Болевым приемом на руку победу одержал Эдуард Муравицкий! Санкт-Петербург, клуб